Шрила Прабхупада говорил, что мы должны жить на земле простой жизнью с возвышенным мышлением. Как правильно это делать? Не так много позитивного опыта жить на земле. Зачастую преданные переезжают на землю и выживают там, а не живут. Как не впадать в крайности? Иногда преданные ставят своей целью жить на земле, но вместо этого они на земле вместо обретения любви к Богу. Our aim is to become conscious of Krishna. Конечно, прежде всего мы должны стать сознающими Кришну. If we want to live simply, it's simply meant to help us become conscious of Krishna. И когда Прабхупада говорил жить просто, он имел в виду, помня о Кришне. Anyhow, I didn't say Prabhupada said. Да, Махарадж не говорил, что Прабхупада сказал это. So, that's our aim. Excuse me. Our purpose, whatever we're doing, is to become conscious of Krishna. Наша цель, как бы ни складывалась наша жизнь, это стать сознающими Кришну. Too much endeavor is not good for consciousness of Krishna. Слишком много усилий в любом направлении – это нехорошо для сознания Кришны. Атьяхара прияшча прижалпо нимаграха джана сангастрилоям ча шадбир бхакти винашити. Shri Rupa Goswami says in the nectar of the Upadekshamrita, the nectar of instruction. Shri Rupa Goswami говорит в Упадешамрите, в нектаре наставлений. Atyahara, too much eating. Atyahara, есть слишком много. Too much collecting. Накапливать слишком много. Will lead to atyahara prayasas, over-endeavoring. Prayasa – это сверхусилие. So, if what we have to do to get what we need is too much endeavor, если мы прилагаем слишком много усилий, чтобы получать то, что нам необходимо, we won't have time to hear and chant about Krishna. То тогда у нас не останется времени воспевать и слушать о Кришне. And then there'll be prajalpa. И тогда начнется праджалпа. We'll talk more about other things other than Krishna. Тогда мы начнем говорить о чем-то другом, помимо Кришны. And the result will be niyamagraha. И результатом будет нимаграха. We won't do things in relation to Krishna. Мы не будем действовать в связи с Кришной. Or we'll do things without understanding what the relationship with Krishna is. Или мы будем совершать какие-то действия, не понимая, как они связаны с Кришной. And we'll become greedy for mundane achievements. И тогда мы станем очень жадными к деньгам и достижениям. Therefore, we'll become attracted to the association of non-devotees. И тогда нас начнет привлекать общение с непреданными. So living simply is good. Итак, простая жизнь – это хорошо. But we should do it carefully. Но нам нужно осторожно подходить к этому стилю жизни. We have to know what our limitations are. Мы должны понимать, в чем наши истинные чаяния. It's good to fast on Ekadasi. Это хорошо поститься на Экадаш. But if fasting on Ekadasi, all we can remember is that we're fasting. Но если вы поститесь и все время помните о том, что вы поститесь, we don't remember Krishna, а не помните о Кришне, then the fast is a waste of time. Тогда ваш пост – это просто потеря времени. We fast to remember Krishna. Мы помним, мы постимся для того, чтобы помнить Кришну. If by fasting we remember Krishna more, then it's good. Если постясь, мы помним о Кришне больше, это хорошо. But if we remember him less, но если это заставляет нас забывать о нем, then we should take a little prasadam. Тогда лучше уж покушать. And remember Krishna. И помнить Кришну. So, to just live simply, живите просто. Doesn't mean to live in ignorance. Потому что это означает оставить невежество. Living simply should also mean living properly, comfortably. Жить просто означает также и жить комфортно, жить как бы разумно. Without so many requirements. Без каких-то там излишних беспокойств. But that takes some expertise. Нам для этого нужно развивать разум. And we don't have that expertise. Если у нас не будет этого типа разума, we have to know what our limits are.
если мы не знаем, где наши пределы, наши границы, and don't put ourselves in a position where we won't be able to tolerate. Если мы поставим себя в ту позицию, когда нам уже будет невыносимо терпеть, and we won't have time for devotional service. Тогда у нас просто не останется времени на преданное. We won't be comfortable. Нам не будет комфортно. And we'll be over-endeavoring. И мы всегда будем прилагать чрезмерные усилия. It's like the Muslim. Muslim? Musulman. Это как у мусульман. Yeah. That one Brahmin, he was hungry. Однажды один Брахман был очень голоден. Prabhupada tells the story. Прабхупада рассказывал эту историю. So he was so hungry, but there was no one who would give him any food. Он был так голоден, но никто вокруг не давал ему даже крошечки еды. So he went to a Muslim's house. И тогда он пошел в дом к мусульманам. And according to the Vedic culture at that time, if you ate from a Muslim's house, then you became a Muslim. А в то время в ведической культуре считалось, что если ты покушаешь что-то в доме мусульман, ты тоже мусульманином станешь. And you lost your caste. Ты терял свою касту от этого. So he went to the Muslim's house. А он пошел в дом мусульман. But the Muslim would only give him a little bit of rice. И мусульманин дал ему маленький-маленький кусочек риса. So he lost his caste. Он потерял свою касту. And he was still hungry. И все равно был голоден. So if we don't arrange our lives carefully, если мы не организовываем свою жизнь тщательно, we work out of sentiment. Если мы основываемся на сантиментах, we don't judge things properly. Если мы не оцениваем вещи правильно, we put ourselves in a position which is not conducive to Krishna consciousness. То мы ставим себя в то положение, когда у нас не остается возможности заниматься преданным служением. Then we've missed the point of what we're trying to achieve. И тогда мы теряем главную цель, которую мы хотим достичь. Ну, смысл того, что мы хотим достичь.